Оказаться на сказочном балу и познакомиться с принцем – мечта, пожалуй, каждой юной девочки. 5 марта этой идее отчасти удалось сбыться. Артисты мюзикла «Золушка» мастерски воплотили идею сказки на сцене. Здесь была и мачеха, и вредные сестры, и, конечно, прекрасный принц. Путь к счастью даже в сказках не всегда прост. Героине пришлось пережить гонения и испытания, которые подготовила ей судьба. Обновленный киноконцертный зал Центра культуры и молодежной политики стал отличной площадкой для такого масштабного и красочного проекта. Качество постановки и технические возможности зала погрузили зрителей в сказочную атмосферу. В постановке было много специально подготовленных хореографических номеров. У нас было очень много премьер хореографии. Вот, например, последний танец, да, вот «Заблудшие души» с безголовыми нашими героями. Это премьера. Мы ее готовили очень давно, с сентября. Зрелище с безголовыми фигурами создало очень волнующую атмосферу. Должное впечатление от этого номера было достигнуто. В мюзикле свои таланты показали артисты коллективов города. Были премьеры вокальные, некоторые песни специально разучивались именно для нашего мюзикла. Главную вокальную роль исполнили артисты студии эстрадной песни «Ренессанс». Выполнить поставленную задачу певцам помогали артисты из «Калибри», «Каприз» и других коллективов. Всего же представление задействовали около 200 человек. Уровень сложности постановки удалось узнать из первых уст. Некоторые движения были очень сложные, и одно движение было очень трудное. Тем не менее, с поставленной задачей артисты справились на отлично. Замечательное выступление, мне понравилось. Очень сложная постановка. Я думаю, что режиссер-постановщик постарался. Все номера прекрасные, ну просто замечательные. Мюзикл «Золушка» пополнил собой копилку ярких и запоминающихся событий Десногорска. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.